Христос воскрес! Воистину воскрес! Что-то плохо вас видно так. Туман какой-то. Ага, ну, ты постарался как смог, вот. Да. Ну, в общем, у меня есть... Так, что хотели? Рассказывайте о себе. Кто вы такой? Я Андрей Максимович Чуткин. Я вам звонил как-то по какому-то вопросу, да? Сейчас у меня новые вопросы появились. Вот хотел узнать. А ты знаешь, да, что у нас все записывается, в интернет выставляется? Да, да, знаю, знаю. Да, меня это не смущает. Не против? Не против. Давай, нет, задавай. В общем, в Библии есть такой, ну, человек, Лот зовут, да? У него было сколько? Две дочери, что ли? Да, по-моему. И они его опоили вином и имели его. Вот как это понять? То есть, отец и дочь, как это понять? Ну, как понять? Как написано, так и понимать надо. Тут никакого скрытого нету. Все открытым текстом. Как сказать, блин? Близость между отцом и дочерьми, это же противоестественно получается. Все, все, все это так, но такое было. Угу. Понятно. И вот второй вопрос. А почему в храмах, как сказать, опускается ектенья обуглашенных? Вот когда особенно архиерейская служба идет, почему она опускается? Не знаю, где у вас что опускается? А вот не говорят оглашенные «изыдите»? Нет, я говорю, ектения обоглашенных, но у нас такого нету повсеместно. У нас только такое на архиерейских богослужениях или на патриарших даже. Я вот смотрел сегодня службу Кирилла Мефодия, вот, там опущена была эта ектения. Не знаю. У нас никогда не опускается, у нас никогда не опускается. Поэтому я не могу за других отвечать. Это неправильно, если опускается. Это нарушение. Неправильно. Да я не знаю, но почему, непонятно. Ну, сказать надо подойти, может забыли, а может быть лукавят. Не, это уже много раз. Я вот каждый раз смотрю. Чаще всего опускают. Чаще всего опускают. Да. Но повсеместно, слава Богу, еще такого нету. Повсеместно. Только при патриарших службах или при архиерейских. Почему, непонятно. Да. Вот. Я тоже смотрел ваши ролики, да? Хотел узнать, вот как вы относитесь к бороде, такая вещь? Ну как бороде? Бороду женщина не носит, у нее нету ее, а мужчине Бог дал. Ее нельзя трогать. То есть вообще нельзя? Вообще нельзя. Я могу вам материал сбросить о бороде. Да. А у нас вот как бы, ну, тоже не понимаю, почему у нас в Печерском монастыре, вот у нас есть такой духовник, его это, ну, подравнивать бороду заставляют. Никак. Ну, игумен, да. Ну, нарушители, что сказать? Нарушители, они везде нарушители есть, он за это ответит перед Богом, подравнивает. Сава не подравнивал, да, когда опалила ему бороду. Такой и был. Говорит, это для того такая борода редкая, чтобы не хвалился. Они все понимали. А сегодня ни человеку нельзя ничего дать. Он все переворачивает. Бороду не трогать. Угу. Называется блудодейная ересь. Иконы все опади. Все пророки, апостолы, Христос, все с бородами. Что дурить-то? Знаю, да. Значит, к ним никакого отношения? Тоже, да. Тоже по поводу такого дела, монашества, да? От меня это... У меня духовник есть, как бы. Вот. И он говорит мне, ну, что... Я в опте не был, мне там сказали. Говорит, что,
я советовался с ними, вот что мне делать, либо вот жениться, либо чего, я не понимаю. Но это в свое время. Вот. Он говорит, ну, что тебе мешает в монашество пойти? А я говорю, у меня это, ну как я пойду, это у меня коляска же, я сам на валидже. Вот. Он говорит, ничего тебе не мешает, бери благословение и иди. Вот как это? Исполнять или как это, ну, как это исполнить-то? Вот. Как вот это исполнить? Про монашество ничего в Писании нету. И поэтому совета никакого нету. Хотят, как так и делают. Я им вообще никогда советов не даю. Он должен идти проповедовать, благовествовать Слово Божие, а не за стенами прятаться. Это антихристианское учение, чтобы от людей прятаться. Понятно. Да. Я слышал, что к вам отец Владимир говорит, это хочет приехать. Это так? Кто хотел? Я говорю, я слышал, что к вам отец Владимир Головин хочет приехать. Так, да. Да, а когда? 7 июля. 7 июля, а... У нас крещение. Крещение в озере будет. Что? Крещение в озере будет, и он хочет увидеть все это. Угу. А вот я тоже хотел спросить, выставляться будет это вот на вашем канале? Обязательно. У нас ничего не прячется. Вот видел сейчас там, как опрокинулся прицеп с пшеницей? На нашем канале. На самом, я поставил сегодня два ролика, прислали. Как... А, я еще не видел. Нет, не видел. Ну вот посмотрите там, попереживай. Ну вот, что вот мне делать-то? Вот как вот поступить-то? Куда мне дальше вот двигаться? Я не понимаю. Может быть, никуда не надо обращаться. Что-то дома сидишь, какие-то деньги-то приходят вам? Пенсия или что-нибудь? Ну, пенсия, да. Ну, а что тебе больше надо-то? Зачем тебе что не надо? Помогай, ходи людям. Кого видишь, нуждается. Руки-ноги работают? Ну, одна рука работает, другая слабовата. Ну, надо тренировать, чтобы она работала, может быть. А, вот, допустим, к вам, допустим, можно это приехать, ну, посмотреть, как вы там живете, она... да, и... Никак нельзя, это запрещается. Нам это слишком дорого обходится. Поезд останавливается ночью, идти в какую сторону неизвестно, и все. Человека нашли, замороженный лежит. Другого зимой зарезало поездом. Нам зачем это? О. Ну я говорю, вот летом, допустим, летом они. И летом тоже все заняты. Что смотреть-то тут? На месте начинаете искать, работать, себя применять. Зачем ехать? У нас это не разрешается. Понятно. В общем, спасибо, Господи, я понял, что понял ваши ответы. Спасибо за ваш ответ, что вы мне помогли маленько. Спасибо. Слава Христу. Помоги, Господи. Все, больше ничего слава, нету? Слава. Да, нет ничего, слава Богу, за все. Ну, спасибо. Ладно. Хорошо. Теперь только после 10 октября, если придете, больше не звонить за это время. Я уезжаю, да, меня не будет. Да. Не будет. Я на да, все. После 10 октября. Да. Ну хорошо, до свидания. Хорошо. До свидания.